Приветствую себя на кухне. Сегодня приготовлю овощ под названием индивий, или как мы его знаем, цикорий. Овощ, который не все умеют хорошо готовить, так как в нем содержится слишком много горечи. Сегодня я в этом видео покажу вам, как можно максимально при приготовлении этого овоща избавиться от горечи. И кто знает, именно, может быть, благодаря мне, этот овощ окажется у вас в будущем на столе. Приступим. Количество всех ингредиентов вы найдете под видео. Для рецепта мне понадобится салатный цикорий, кукурузный крахмал, сливочное масло, 20 мл воды и 20 грамм тростникового сахара. Можно взять обыкновенный сахар. Немного соли и зерна граната. Сам гранат я очищаю довольно просто. Я просто срезаю с двух сторон вверх-вниз и делаю такой неглубокий надрез, крестообразный. Гранат разламываю. И затем обратной стороной ложки я его просто-напросто выбиваю. Ну и остатки, которые остались, я их уже вычищаю аккуратно рукой. Ну все, как видите, гранат у меня уже одна часть готова. То есть это не занимает слишком много времени, если знаешь делать как. Итак, весь последующий гранат. У меня нет в доме девайса для выдавливания сока, поэтому я воспользуюсь пресс-пюре. Можно пойти, конечно, по более легкому пути и купить готовый гранатовый сок. Но так как сейчас сезон, то я предпочитаю свежий. Так, ну вот из двух гранатов я получил ровно 300 мл гранатового сока. Гранатовый сок я отправляю на плиту. Мне нужно его вскипятить, загустить крахмалом, немного проварить. И затем я полью цикорий и буду его запекать. Я разбавил буквально 10 грамм кукурузного крахмала. Это примерно 1 столовая ложка. И сейчас, как только гранатовый сок закипит, я буду его загущать. Я надеюсь, вы еще не забыли о рекомендациях при работе с крахмалом. Если вы нечаянно добавили немного больше крахмала и соус у вас стал более густой, то его можно прекрасно сделать более жидким при помощи погружного миксера. Я добавлю еще немного крахмала. Соус у меня готов. Я его отставляю в сторону и занимаюсь цикорием. Так как индивий содержит слишком много горечи, резать мы его будем сверху вниз. И после каждого среза нож мы будем промывать. Потому что вся горечь лежит здесь, в кочерыжке. Так, вырезаю кочерыжку. И выбрасываю ее. Так, отправляю сахар в сковороду и сюда же заливаю немножко воды. Так, ну сюда отправляю индивий. Как только сахар начнет карамелизоваться, я добавлю сливочное масло. Добавлю еще немного масла. Температуру можно убавить. Цикорий у меня готов, и я его выкладываю в форму для выпекания. Обжаренный цикорий я поливаю готовым соусом. И отправляю запекаться его в мини-духовку, которая нагревается очень быстро, при температуре 210 градусов, вверх-вниз на 15 минут. Так, ну вот, по истечении 15 минут, вот так вот выглядит мое произведение. Так как время обеденное, к этому цикорию я приготовлю рыбу и рис.
Ну вот, как-то так. Мой скромный обед готов. Я всем желаю приятного аппетита. Если это видео пришлось вам по душе, вы можете им поделиться со своими друзьями. Также оставляйте комментарии на моем канале, ставьте лайки. А я желаю вам всего самого доброго и до новых встреч!